С 10 по 17 февраля с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда пасеки Кучаевых. При покупке 1 килограмма меда второй в подарок. Огромный ассортимент курток для мужчин и женщин по оптовым ценам. Широкий размерный ряд на ярмарке верхней одежды «Ермак». Улица Коли Миготина, 87. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. С 10 по 17 февраля в Доме культуры железнодорожников работает ярмарка башкирского меда «Пасеки Кучаевых». Мед от 250 рублей. Акция: при покупке 1 килограмма меда второй вы получаете в подарок. 3 литра цветочного меда по 1000 рублей. Огромный ассортимент мужских и женских курток по оптовым ценам. Широкий размерный ряд. Ярмарка верхней одежды «Ермак». Коли Миготина, 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду эхом уходящего в северный Казахстан циклона в Зауралье еще кое-где отзовутся небольшие снегопады, а северная тяга ветров обеспечит приток холодного континентального воздуха. В Екатеринбурге минус 5, минус 7, без осадков. В Челябинске минус 7, минус 9, небольшой снег. В Тюмени минус 11, 13, возможен небольшой снег. В Кургане облачно, возможен небольшой снег. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 17. Днем в Кургане облачно, возможен кратковременный снег. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 11, минус 13. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 759 миллиметров ртутного столба. 14 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!